Да нет, сборную всегда как бы радостное настроение, все приезжают в национальную команду, все довольны, все, знаете, как с разных команд, долго не виделись, эмоции ребят переполняют, улыбки на лице, это здорово. Это новый вызов, новые эмоции, тренер, с которым хотелось также познакомиться и узнать получше, допустим, его видение в хоккее. Одно дело мы наблюдаем, я наблюдаю за Минским «Динамо», да, и с другой стороны, как говорится, поработать вместе, что-то всегда, мы всегда все учимся, друг от друга учимся, и что-то подобрать для себя, и как бы это всегда такой неоценимый опыт. Здесь есть гумский. Бесценный опыт, я бы хотел сказать. Пробежались немного, все равно многие не катались долго и, в принципе, сразу предупредили, что будет тяжеловато. Вот. Но я думаю, что уже завтра будет полегче и, может, даже хорошо, что сразу быстрее втянемся. Нормальная тренировка, ничего сложного, как бы все это время тренировались, все приехали готовыми. Так, был короткий лед, чуть-чуть поиграли, подбегали, в общем, все прошло хорошо. Кто-то приболел, кто-то по уважительным причинам подъедет чуть позже. Вот. Так что рано еще думать о предстоящем там турнире и делать какие-то там, тем более, сочетания. Ну, на мой взгляд, особенно для тех ребят, которые будут, ну, кто попадет в состав, допустим, даже где-то с экстралиги, это другие скорости, это другие игроки, это другое видение, и это сумасшедший опыт, и поиграть на этом уровне, я скажу, не каждому дано. Да, конечно, это все по-другому, собирать всех лучших ребят отовсюду. Это свежий коллектив, можно сказать. Как бы приятно сюда приезжать, реально получаешь новые эмоции, кайфуешь от общения с пацанами, от тренировок, от всего. Мы, конечно, будем уделять большое внимание турниру. Это международный турнир, где играют 3 сборные. Ну и, конечно, нет, всем матчам уделяем, но здесь он особняком в любом случае стоит все-таки перед своим болельщиком. Мы должны будем сыграть очень хорошо. Ну, это всегда, это свои болельщики, своя арена. Может, где-то уже болельщики соскучатся по сборной. Увидеть, скажем так, вживую. То есть это всегда... Всегда ответственность, и, ну, тем более, если посмотреть, как Минская «Динамо» выступала, тут же здорово сыграли в плей-офф, будет интересно для болельщиков посмотреть там на тех же ребят в сборной. Да нет, ну нам-то молодым, что, это же наше любимое дело, особенно приехать в национальную сборную, это же честь страны, это вообще круто, сил еще вагон. Ждем, еще раз говорю, тут тяжело как бы сейчас делать какие-то прогнозы, но то, что этот матч, он будет особенным, я в этом как бы не сомневаюсь. Да, это, конечно, очень важно, тем более такой хороший соперник, поиграть на топовом уровне. Как бы ждем свой шанс выступить на чемпионате мира, готовимся также. Ну, я могу сказать, что когда они вышли в финал, меня многие люди в Бресте поздравляли даже там совершенно не из хоккея, а там вообще абсолютно с разных сфер. Это, во-первых, а во-вторых, я там со многими разговаривал, и говорят, что те, кто были на арене, когда вышли в финал, что у многих слезы наворачивались, что, ну, настолько сильный праздник они подарили всем людям, и безумно приятно, вот вчера безумно приятно было все это видеть, как люди радуются, как люди болеют. Я такого никогда в жизни не видел, и, ну, прям в самом деле наворачиваются слезы и радость от того, что это происходит в Бресте.